Итак, отряд, слушаем меня. Сегодня мы с вами пойдем на пляж с речкой. Сегодня жара 28 градусов. И любой из вас сможет охладиться в речке. Я возьму с собой надувной матрас для тех, кто не умеет плавать. Поэтому я вам даю 5 минут. Вы быстренько сбегаете в корпус, возьмете свои купальники, переоденетесь и придете сюда. Ура! На речку! Как же я люблю речку! Обожаю купаться! Я тоже! А я не умею плавать. Рапунцель, а ты умеешь плавать? Нет. И я нет. Тогда будем с тобой сидеть на надувном матрасе. Я тоже не умею плавать. И я. Дети, потом разберемся, кто там умеет, кто там не умеет. Давайте быстрее, ваше время уже пошло. А, да? Мы все взяли. Молодцы, строимся парами и пойдемте на речку. Ура, речка, как же тут классно! Тут глубоко. Я с детства увлекалась плаванием. Ух, ух, ух. Саша, ныряем. Ух, ух. И ух, ух, ух. Еве, а ты чего не плаваешь? Я не умею плавать, поэтому сижу на матрасе. Понятно, наплаваюсь, к тебе приду. Ой, очень холодная вода и очень сильно бодрит. И-ух! Да, долго плавать не будем, а то заболеем. Круто у нас с тобой получилось. Ага. Да, девчонки классные, ну а как же могу я? Ух, 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 ух! Как классно! Классно! Эх, вот это я понимаю, не жизнь, а сказка. Рейни, ты так классно плаваешь. Ой, спасибо. Ну вот, все, значит, плавают, а я на пляже должна сидеть. Но нет уж, я покажу этим зазнавайкам, что я ничем не хуже их, а даже лучше. Да. Какая холодная! Я смелая, у меня получится. И-и-и, смотрите все на меня, трусы! Ух! Помогите, спасите! Я тону, помогите! Диди, сейчас я тебе помогу. Отстань от меня, вы все равно со мной не дружите. Пусть мне поможет лучше кто-то другой, либо я здесь утону. На помощь! Что? Ну я не могу оставить подругу в беде. Рейни, меньше слов. Ух! Давай, аккуратней, держись. Аккуратно, аккуратно. Фух! Ой. Ты в порядке? А, ну, наверное, да. Что ты плачешь? Ты же спасена. Мне так стыдно. Вы настоящие друзья, а вот я нет. Я для вас написала обидную стенгазету и завидовала вам. А вы мне помогли в опасную минуту. Если бы не вы, то я бы уже пошла ко дну. Вы мне помогли, несмотря на то, что мы даже были в ссоре. И как мне после такого с вами дружить? Мне до вас действительно еще далеко. Диди, но даже если мы в ссоре, это не означает, что мы перестали быть подругами. Мы просто перестали с тобой разговаривать, чтобы ты поняла свою ошибку. Ну вот, и мы снова дружим, видишь? Так вы на меня и не обижались? Ну, конечно же, обижались. Мы хотели, чтобы ты поняла, что так делать нельзя. Но давайте с этого момента забудем обо всем плохом, что случилось с нами до этого. И начнем жить, как тогда. Но я же вас предала. Ты нас не предала. Тебя просто задели слова нашей воспитательницы по физкультуре. Так вы уже не обижаетесь? Нет, не обижаемся. Ты снова наша подруга. Вот в такое приключение попали сегодня ребята на пляже. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. И пока!